И то, что происходит, ну, вот у вас в городе, вот для меня это полная, ну, хаотичность, и, конечно, это не вызывает никакого интереса. Из наших больших говнищ. Есть ли у Петропавловска-Камчатского свое лицо? Можно ли в этой сумбурной архитектуре найти что-нибудь красивое, что-нибудь хорошее, что-нибудь полезное? Об этом и о многом другом в одном из ближайших выпусков моего видеодневничка мы побеседуем с московским фотографом Федором Савинцевым, бывшим шеф-редактором фотохроники ТАСС, автором множества публикаций за пределами Ресурсной Федерации и в этой самой Ресурсной Федерации, и автором нескольких проектов, связанных с особенностями архитектуры. Это анонс. Это анонс одного из грядущих видеодневничков. Вот маленькая цитата из слов Федора. Конечно, это удручающая история, но в силу своего опыта, а опыт у меня достаточно большой, я стараюсь, конечно, смотреть на вещи более оптимистично. То есть я не сторонник все захаять, но и не сторонник поддерживать то, что происходит, например, сейчас. А сейчас вот то, что я увидел, ну это даже не эклектичность. Эклектика – это когда ты составляешь из каких-то целостных вещей что-то новое, составное. Это хаотичность. Хаотичность такая безразличная, в первую очередь даже самих жителей. Так думает о Петропавловске известный московский фотограф Федор Савинцев. А теперь давайте послушаем Сергея Поломаря. Послушаем, как Поломарь поет об окружающей нас среде. Слушайте. Из наших больших говнищ вижу я нетрезвый смерть. Не то чтобы слишком нищ, в простенькой вере отверт, что спустится вниз ко мне журавлик и пастерня. Все-таки подойдет, пряча худых колен, и хлебный мякиш возьмет из уст моих и мой плен. Столетний придет к концу, и, выскользнув из оков, смоем прямо к свинцу.
несет суконный нос. Сую я в калашный ряд, не то чтобы не дорос, попросту виноват, хотя бы тем, что едва родившись уже принес такую боль, что слова не подобрать всерьез. И с болью обручена безвинная моя речь, и ранить обречена. Не выберечь, беречь, но снова укрыв горсти синицу от вьюг льда, шепчу ей: прости, прости, я должен один туда, где шорох упругих крыл напомнит мне, кем я был, и стану я. Уходит из рук тепло под серым твоим крылом, недостижимый свет из здешних таких планет. Прощайте все, кто любил меня своей осенней струной звенья. Летит со мной последним счастьем журавлик мой. Лети, мой журавлик, небесный кораблик. О парусном барке Седов вы когда-нибудь слыхали? А видали его? А в Петропавловске видали? Нет? Ай-яй-яй. А ведь он стоит возле нового морского вокзала у причальной стенки. Хотите посмотреть? Ну, вот вам Седов. Thank you.
Насладившись видом парусного судна почти столетнего возраста, мы плавно переходим к чтению старых бумажек. Ведь вы любите историю так, как люблю ее я. Если не любите, ну что ж, тогда вы Абрамы, родства не помнящие. Сороковой год века минувшего. Прочитаю вам маленькое информационное сообщение, извлеченное мною из... Сейчас вертолет пролетит, и тогда продолжим наше чтение. Прочитаю вам маленькое информационное сообщение, извлеченное мною из главной газеты полуострова, из «Камчатской правды», из подшивки 40-го года века минувшего. На основании решения исполнительного комитета Петропавловского городского совета депутатов трудящихся от 22 августа 1940 года за номером 293 городская электростанция ставит всех абонентов в известность о том, что пользование электролампами разрешается для населения на одну комнату мощностью до 40 Вт и для учреждений и предприятий мощностью до 60 Вт не свыше. Обмен электроламп на 40 Вт для населения и 60 Вт для учреждений производится в конторе электростанции по Советской улице, дом номер 14, ежедневно с 1 часу до 9 часов вечера с 26 по 31 августа включительно. Лица и учреждения, не сократившие мощность электроламп в указанный срок, будут с 1 сентября с потребления электроэнергии отключены. Одновременно электростанция извещает всех абонентов, что плата за электроэнергию будет приниматься кассой электростанции с 1 часа дня до 9 часов вечера, со 2 по 7 сентября включительно. То есть с сегодняшнего дня, с первого дня осени, городская электростанция отключает всех пользователей, у которых в домах лампочки свыше 40 Вт и в конторских учреждениях свыше 60 Вт. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится узнавать от меня что-то новое о Камчатке и смотреть на Камчатку моими глазами. Вот эти мои жесты, потому что вокруг летает мошка и с удовольствием питается моею голубою кровушкою. Ежели вы на моем канале впервые, ежели вы не захлопнули сразу вкладку так называемого браузера и вам стало интересно, и ежели вы хотите возвращаться сюда вновь и вновь, наблюдая за моим видеодневничком, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив рекомендации которой, вы не будете пропускать новые видео на канале. Вот эта подсказка. Делайте то, что она вам советует. Сделали? Кнопочка «Подписаться» сменила свой красный цвет на светло-серый, и в ней появились волшебные слова «Вы подписаны». Колокольчик вы тоже нажали. Ай, молодцы, замечательно. Горжусь вами. До свидания.